Давайте встретим бурными аплодисментами легендарную авиационную группу высшего пилотажа «Русские витязи» в пилотажном порядке «Пирамида». Гордость российской авиации – команда высококлассных летчиков «Русские витязи». Су-35С – уникальные машины, которые оснащены режимом сверхманевренности, что позволяет им летать на закритических углах атаки и выполнять фигуры высшего пилотажа на минимальных скоростях. Следующими к показательным выступлениям присоединились асы легендарной пилотажной группы «Стрижи» на сверхзвуковых высокоманевренных истребителях МиГ-29. Дистанция между самолетами в группе всего несколько метров. Выступление семикратной абсолютной чемпионки мира среди женщин по высшему пилотажу Светланы Капаниной стало приятным сюрпризом для зрителей авиашоу. Знаменитая летчица исполнила полную программу на маневренном двухместном самолете «Экстра-330» под песню «Пилотажный рок-н-ролл», написанную музыкантом Николаем Анисимовым. Наша авиация всегда была, есть и должна оставаться лучшей в мире. Небо у нас шикарное, самолеты у нас лучшие, главное, чтобы мы их производили. Публика наша шикарная, люди пришли, вчера был дождь, и тоже стояли, смотрели. Это все просто здорово. Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит уже в 8-й раз. В этом году его посетили почти 2 миллиона человек. Полина Толмачева, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».